на всякий пожарный. В белорусских школах сегодня провели тренировку по эвакуации после срабатывания тревожной кнопки. Учебная пожарная тревога в начале школьного года обязательна, как линейка. Ведь безопасность превыше всего. Дети за лето расслабились, подзабыли правила, а новых учеников и вовсе необходимо научить. Чрезвычайная ситуация отрабатывает по принципу «тяжело в учении, легко в бою». Покинуть школу в случае пожара необходимо максимум за 2 минуты. Чтобы все получилось, проводятся занятия и тренировки. В каждом кабинете имеется схема, через какой выход они должны покинуть школу. Каждый учитель, работающий в кабинете, знает правила действия эвакуации. И дети старшие знают, что они последние должны выйти и проверить наличие или отсутствие детей, пострадавших на территории школы и помещения. Это действительно помогает. Дети становятся из года в год более слаженнее. Они чувствуют ответственность, они понимают необходимость этих действий, и дети учат других. Сама акция затронула не только учреждения образования, но и другие учреждения. Это касается и государственных органов управления, и, безусловно, различных организаций, которые с пониманием относятся к вопросам безопасности. К слову, к примеру, на Росбелпочта 8-9 числа пройдут комплексные учения, которые будут направлены также в рамках Единого дня безопасности на профилактику правонарушений и чрезвычайных ситуаций в их организации. После эвакуации дети смогли окунуться в профессию спасателя. Сразу несколько экипажей провели мастер-классы.